Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать троллить друг друга в Майнкрафт. Да, ребята, всем привет и большое спасибо в очередной раз за большое количество лайков под предыдущей серией. Только благодаря вам мы продолжаем снимать эту рубрику. Поэтому, ребята, ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серий с троллингом. Как обычно, чем больше лайков мы с вами сможем брать, тем больше серий будет выходить. Побежали. Давай, давай, побежали, побежали, Эдисон. Давай, вперед, быстро, вперед. Только быстро, давай, давай. Быстро, 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 давай. Короче, ребята, вот мой троллинг. В чем он будет заключаться? Точнее, в чем будет заключаться его суть? А вот сегодня, когда выходит троллинг, в принципе, ребята, мы опять летим в Москву Жека, потому что Жека очень сильно захотел. И во время того, как мы будем находиться в Москве, мы пойдем на концерт одной группы. Какой, я скажу чуть позже в самом троллинге. И в чем будет заключаться смысл этого троллинга? То, что Жека не сможет попасть на концерт, потому что в первую очередь ему 17 годиков, а туда не пускают, или пускают, но я ему скажу то, что не пускают несовершеннолетних, поэтому, Жека, к сожалению, ты не сможешь пройти. И Жека, как истинный фанат этой группы, прям очень будет хотеть попасть сюда внутрь, на вот этот концерт, который, в принципе, вот уже там проходит. Смотри, бегают, бегают там, веселятся, веселятся НПСы. Поэтому, ребята, я не буду вам подробно рассказывать, что и как тут будет происходить. А я сначала пойду на троллинг Жеки, мы его быстренько пройдем. И потом вернемся на мой троллинг, и вы сами увидите, что тут будет такое. Смотрите, какие машинки красивые. И вернемся сюда и посмотрим. Поэтому, ребята, давайте погнали. Ну что, Жека? Ну что, Эдисон, заходи, заходи. Можно, да, заходить. Ну вот, я заходи. Зашел. Я тебе хотел немножко рассказать предысторию, не так, такую небольшую. Ну, хорошо. Ничего там не хорошо, хорошо. Эдисон, знаешь, все мы не без грехов, все мы совершаем разные плохие поступки, и мне кажется, каждому из нас нужно исповедаться церкви. Правильно, Эдисон? Ну, наверное, да, да. Ты правильно, ты точно в этом уверен? Уверен, да? Ты в этом уверен? Ну, твой троллинг! Ой, привет, 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 привет! Привет, Эдди! О, ангел! Ой, прикольно! Я ангел! Ой, ой, ой! Ой, я тут постою, я тут постою! Хорошо! Знаешь, Эдичка, я твой маленький-маленький купидончик! Купидончик? Купидон? Да-да-да! Видишь, здесь даже лук есть, арфа есть, я могу... Может, ангел-хранитель, а не купидон? Нет, я купидончик, купидон. Я маленький-маленький купидончик, который будет стрелять тебе под задницу. Да не надо, успокойся, успокойся. Да, это я. Собственно, Эдик, иди ко мне, иди сюда, мой хороший. Ты хочешь попасть в эту церковь? Да, конечно, конечно, хочу, хочу. Вот хочешь, да? Но для этого тебе нужно немножечко, понимаешь, очиститься от грехов. Прыгай в эту лаву, очищайся от грехов. Не буду я никуда прыгать, за купидон, ты с ума сошел? Очищайся! Нет, я же умру там. Да ты не умрешь, это святая вода. Лава святая. Да, вода святая, прыгай. Не буду купидон я туда прыгать. Купидон плохого не скажет, да прыгай ты. Ну ладно, Купидон, если я там умру, я тебе больше никогда в жизни верить не буду, хорошо? Ну прыгай, прыгай, прыгай. Ой, молодец, я очистился. Ой, ладно, дикий ты, конечно. Ну, да, все, я тебе уже не верю, я тебе уже не верю. Ладно, ладно, извини, извини, я просто пошутил, пошутил. Капитончик просто хорошее чувство юмора. В общем, это, Эдисон, тебе нужно еще пройти райский паркур. Ну, для этого подожди, подожди, подожди. Ты готов прыгать? Я готов, я готов, да. Ну все, все, можешь проходить, прыгай. Ой-ой-ой! Что ты переборщил, чё, я посмотрел. Чё тут пошло не так? Я переборщил. Что тут пошло не так? Ну ладно, не буду тебя мучить, мои подопытные кролик. На самом деле, никакой не Купидон, я вообще-то Жека, ты меня ничего не узнал, что ли? А чё, реально? Жека, это ты? Жека? Да, да, здравствуй. Ни хрена себе, привет, а чё ты тут делаешь? Короче, да, я не знаю. Давай, это, заходи, заходи. Ну хорошо, хорошо. Какую-то хрень тут творит. В общем, Эдисон, это церковь, вот. Ты должен немножечко, так сказать, исповедаться перед Богом. Богом Майнкрафта, да? Хорошо. Перед Богом Майнкрафта, да. Ты должен исповедаться все твои грехи, вот. Что я делал? Что я делал в Майнкрафте? Раньше что Жеку троллил очень много, за это реально. За это мне реально очень стыдно. То, что Жека... Ты в крест говоришь, в крест. За то, что Жека так... За меня страдает, Жека, прости меня, прости, что ты, я тебя да так не... троллю, ладно, прости Эдисон, меня. Я тебя прощаю. Ой, слушай, Эдисон, смотри, покемоны в храме, покемоны! Эдисон, на тебе меч, убей покемонов, я тебе меч, меч да кину. Подожди, на тебе еще один, я тебе... Не все так просто! Ой, не то тебе кинул. Жека, не все так просто. На, меч, быстрее, так, меч. Так, все, вот, подожди, Жека. Эдисон, еще броньку держи. А, и броньку? Хорошо. Да, броньку тоже. Ой, Эдисон, еще покемон! Еще покемон! Бей покемоном! Бью! Жека, это законно? Алло.
покемонов бить. Здесь покемонов в храме убивают. Меня заставили! ОМОН вызывается? Меня заставили! Спускайте собак! Вызывайте покемонов в храме! Ловят покемонов в храме! Вызывайте! Да иди ты сюда, опять ты с этими стреляющими дебилами! Спускайте собак! Спускайте собак! Почему ты опять почтальонов наставил, я не знаю, ну да ладно! Ой, спускайте собак! Хорошо! Эдисон, сюда. Тебя посадили. Да я последнего не убил, Джекер. Ну хорошо. Тебя посадили. И чем тебе делать, Джекер? Чем мне делать? Ты ловил покемонов в. Я убивал покемонов. За это тебя посадили, так сказать, в тюрьму. Ой. Да? Чем мне делать, Джекер? Джека, что мне делать? Жека! Ой. Заключенный Эдисон Патасен? Мистер полицейский? Да. Заключенный Эдисон Патасен? Это я, да. Вы обвиняетесь за ловлю покемонов в храме в Майнкрафте. За это, собственно, вас посадили в тюрьму. Пройдем медленным шагом за мной, пройдемте в суд. Суд? За что? Начальник! Пойдемте медленным шагом, Я иду. А руки к стенке надо, чтобы меня проверить, может я вооружен? Нет, проходите. А я реально вооружен, ну ладно. Проходите вашу суд. Камеру, проходите. Да в суд, да, в камеру. Вы как хорошо. Бы заключенный, проходите в камеру. Хорошо. Всем встать, суд идет! Конечно, сегодня к нам никто не пришел на наше судебное заседание. Угу. Вот, ну ничего страшного. Так что всем встать, суд идет! И, Болею. Вы болеете, начальник? Болеете? Начальник, с вами все хорошо? Начальник! Так! Пока кто-то подыхает! Заключенный убегает! Спускайте собак! Чё-то много ментов тут! Убейте его! Убивайте этого заключенного! А, да я мирно! Нет! Заключенный убегает! Никуда я не убегал, нет, все нормально. Убейте его, срочно схватите, заключенного. Он садится в машину, уезжаем. О боже, что? Бензина нет. Жека, я застрял. Жека, бензина нету, ты машину хотя бы заправил. Спускайте собак. Вор в законе пойман. Ой. Чё она не заводится, Жека? Алло! Неплохо, хорошо, ты. Ой, упал, Жека, смотри! Затроллил тебя, Эдисон, затроллил. Всё. Жека, как тебе? Спустил собак. Меня подставили вообще, я там ни при чём, ничего я не ловил. Да, убивать покемонов в храме, охренел. Хорошо, Жека, пошли на мой троллинг, иди сюда. Я в троллинге, два. Мы едем в Москву опять, да? Опять едем в Москву. Да, серьезно, я даже не знал. В смысле? Ну, в Москву же едем. Да, едем в Москву, короче, да? И, как знаешь, в Москве мы пойдем на концерт группы. Какой группы, Жак? Какой? Little Big! Да. Поэтому, Жака, в этой серии тебе нужно будет попасть на концерт. Потому что, как ты знаешь, там большие очереди, сложно туда попасть, поэтому давай, Жека, становись в очередь. Какие-то странные тут посетители, а что ты на меня смотришь, а? В смысле странно, что тебе не нравится? Слушай, этот явный какой-то вообще очень странный. Кто? Одноглазый Кэти. Да, просто челка большая, закрывает половину. Ладно. Хорошо, Жека, стой в очереди, сейчас тебя пропустят. Чё-то не пропускают Эдисон меня. Чё-то дочери вообще не движется, стоит на месте. Чё-то не пропускают. А ну поговори с охранником. Сейчас поговорю. Алло, охранник, ё-моё, туда-сюда. Пошёл вон отсюда, говорит. Ладно. Пошёл вон? Да? Сказал пошёл вон? Да, сказал пошёл вон. И как пробраться, Жека? Как пробраться внутрь? Не знаю. На, мне как... Не-не-не, подожди, Жека. А ну, встань в очередь, подожди, я с ним поговорю. Давай. Короче, Жека, я ему сказал то, что ты майнкрафтер, ага. Почти 1,5 ляма подписчиков, да? Mm-hmm. У него, короче, сын, ему 8 годиков. Mm-hmm. Понимаешь намёк? Mm-hmm. Да, он нас смотрит. Да, он нас смотрит. Поэтому он, короче, попросил, чтобы ты ему автограф оставил, ему сыночку вот этого охранника, и он тебя пропустит без проблем. Свой фирменный автограф? Да, автограф. Ну всё, сейчас оставлю. Куда оставлять?
Ну вот тебе нужно найти листочек бумаги, чтобы оставить автограф. Ищи Жека. Сейчас найду. Где-то тут должен быть листочек бумаги, Жека. Может, ты у кого-то украдешь его? Украду? Да, может бардачки в машине прочекай. Тут карточку можно у него украсть, я украл карточку. Так ты молодец какой сразу. Не-не-не-не, Жека, не туда. Вот сюда, на парковочку. Ладно. Давай, Жека, давай. Хорошо, опа, хорошо. Так. Ай! Ай-яй-яй! Что такое, Жека? Не-не-не-не-не-не-не, Жека. Куда? Давай, не-не-не-не-не-не-не. Давай спаунпоинт тут давай ставь. Сейчас поставлю спаун. Давай, Жека, давай. Так, ищи блокнотик. Эй, Жан! Давай, Жека, ты справишься! Этот непроходимый паркур. Нет, он проходимый, очень проходимый. Окей, типа, давай, Жека, давай. Давай, быстро, сейчас концерт уже будет начинаться. О, молодец, давай, Жека, давай. Так. Где тут нас? Ищи блокнотик. О, нормально. Ой-ой-ой, она без бензина, поэтому. Не заводится. Да-да-да, ищи блокнот, Жека, быстро, концерт сейчас будет начинаться уже, давай. Да где я тебя найду-то? Давай, ищи блокнот, Жека, ищи. Да ищу. Ну, ищешь? Не находится. В смысле не находится, все находится. Давай, Жека, блокнот ищи. Я не могу найти эти. Концерт сейчас начнется уже, Жека. Да не понимаю. В бардачке в машине. Да ёкарный бабай. В бардачке ищи, Жека, в бардачке. В каком бардачке? Машины. Любой какой. Да собака. Собака. Давай ищи, Жека, быстро. Ты со своим паркуром меня заколебал. Это слава! Я не понимаю, что ты так мучаешься, если тут просто надо... Ну ладно, хорошо. Да, тут надо просто прыгнуть! А, я уже... Ладно. А как тут? Ну что, я тыкаю на машину. О! Что это было? Так, ну. Я сел в машину. Так, а как? Ну в бардачке, не вижу, как залезть мне в бардачок? В машину залезь, дебил! Ну? Ищи в бардачке, R букву нажми. А, тут так можно. Карго, да? Да, есть что-то? Я таком даже не знал, ты меня даже не предупредил. Нет, ничего нет. Карго, о. Есть, давай. Выходи, Жека, быстро, выходи, давай. Давай, Жека, автограф. Давай, быстро. Автограф. От Шадо Приска там. Писюн, от Шадо Приска. Давай, быстро, давай. Все. Автограф. Давай, охраннику. Да ну сейчас. В смысле, он же дал. Да, короче, Жека. Не пропускает меня? Не пропускай, горит то, что фейс-контроль не проходишь, слишком страшненький. Ты что, совсем охренел? И тебе еще 17 лет. А, ты охранник, совсем охренел? Не совершеннолетний, совершеннолетний. Жека, не пропускают. Что делать, Жека? Ладно, постой в очереди, мне кажется, сейчас пропустят. Ну давай. Единственное, что-то не пропускают. Что-то не пропускают опять! Жека, что делать? Жека, ты смотрел всякие фильмы там, когда не пропускают, типа в клуб или в стрип-клуб? Ну да, сейчас я, короче, это... Кажется, через черный вход. Через задний двор. Ау! Так просто было сюда пройти? Нормально. Жека! Что там уже? Там концерт уже? Ёкарный бабай, тут уже концерт! Все прыгают, бегают. В смысле? Концерт? Жека, концерт! Everyday I'm drinking, everyday! Ильич! Жека! Жека, давай, Силичёвый, твоя возможность, давай, быстро! Иду, застрял! Ай, Жека, не можешь! Не пускаю, не пропускаю! Ай, нет! Нет, Жека, не пропускай! Ильич, фотоюсь! Фоткайся! F2, скриншот, всё отлично! Сфоткался, Жека, сфоткался! Сфоткала? 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 Ну молодец. Ой, Жека, тут! Жека! Жека! Наркотики! Гулянки! Бухла! Руки вверх всем на пол! Жека, убегай! Жека, тут полиция явилась! Жека, брат, через черный вход! Жека, убегай! Какой белый? Где черный вход? Я потерял! Жека!
все нормально, я выбежал. А, выбежал. Уходим с концерта, Жек, какой-то... Быстрее! Давай, быстро, Жек! Валим. Потанцевали. Все хорошо. Быстрее заканчивай серию, быстрее. Давай, пока полиция не явилась. Ребят, мне кажется, быстро надо заканчивать. Ставьте лайки, быстро лайки, чтобы больше троллинга было. Давай, Жека, быстро гори, давай. Быстрее, комментарии, пишите комментарии, какой я крутой, какой я молодец. Какой он лох, давай, всем спасибо, всем до свидос, да.